вот-вот буквально пару минут назад произошел запуск, люди уже качаются, и что у нас творится на Альсион Элице? Ха! Ничего не творится! Посмотрим на сбор группы. Ха! Ничего нету! Классно, да? То есть все люди или сейчас находятся на работе, так как временной промежуток сейчас составляет 17:07. А это значит, что часть сейчас придет с работы, будет заходить в игру. И хрен там, они не зайдут сюда, они не будут играть. Да, такие как я, конечно, подумают, да нахер он мне нужен, этот новый сервер, во-первых. А он покрыт донатом. Во-вторых, что делать на сервере, где уже изначально все делается через шоп? Вот зашел ты на новый сервер. Качнул 10 уровень, апнул 65 левел, а что дальше? А дальше ты получаешь аватар, а что дальше? Хочешь нагибать? Точи бижутерию. Как заточить? В данжах ничего почти не падает. Да, падает с маленьким условием на всю группу один камешек. Но извините, одним камешком не заточишься до плюс 5, хотя бы в первую же неделю. Ты хочешь такой без доната взять, такой заточиться на плюс 7, при этом играя по 3-4 часика в день и не ходя в самый последний топовый данж на Ракаре. Такого, чувак, у тебя просто не получится. Поиск группы. Пусто. Третий чат. Пусто. Посмотрим общий онлайн. Поиск. Поиск. Пусто. Сколько тел нашел? 36 тел из 104. 36 тел из 104 вечером. Ребята, вечером 36 тел. Что вы еще хотите услышать от меня? Я не знаю. Это конец. Это просто фейл. Как все и предрекали, онлайна почти нет. Его тупо нету. И делать в игре тоже тупо нечего. Что это предвещает? Это предвещает вот что. Сейчас пройдет первый месяц. Все те, у кого есть лишний капитал, вложатся в новых персонажей в новом сервере, соответственно, будут высшего ранга, гнобить всех в рунаториумах, дериках, будут иметь высокий рейтинг. Те, кому это не нравится, уйдут на нормальные сервера на своих основ, и в принципе делать будет нечего. Тут будет чуть-чуть народу, там будет чуть-чуть народу, Гардарика чуть народу, и все. А, ну да, еще и Церера. В дальнейшем, скорее всего, сервера или объединят, потому что ну что это такое? Ребят, RUOF, Россия, онлайн, 36 человек. 36 человек, чувак. Какой-нибудь, не знаю, засанный пиратки Diablo 2 с Playground больше человек играет сейчас. Гораздо больше, это я вас уверяю. А игре уже сколько лет? Ну, вот так вот и живем. Вот они. Отцы ПВП, плюс 20-е пухи, которые, ну не знаю, ваншотят просто, когда в тебя врываются через станлок. Ох, это все, конечно, очень-очень грустно. Очень. Я бы сказал, настолько грустно, что хочется верить, что однажды Айон расцветет. Да, однажды они уберут донат, и все нормализуется, люди потянутся сюда ради классного ПВП и осад. Но нет, иного делает совсем не те вещи, что мы хотим от них видеть. Совершенно не то.